Всем привет, друзья! В гостях у нас Дарья. Дарья, здравствуйте! Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как нашли наш магазин? Мой папа в интернете увидел объявление. Дарья пришла за открытым шлемом. Нужен был бюджет для катания на скутере, но в итоге остановились на закрытом шлеме, так как он более защищенный и у него есть солнцезащитные очки. Дарья, подскажите, понравился ассортимент в нашем магазине? Да, здесь очень много всего. Как бы, если человек придет купить что-нибудь для, ну, на подобную тему, то он найдет все, что ему нужно. Спасибо большое. Не за что.